дорогие ребята, уважаемые взрослые! Мы рады встрече с вами, которая проходит в рамках совместного проекта детской хоровой школы и Государственного художественного музея Радищева, который называется «Взгляни на мир глазами доброты. Музыка впечатлений». Концерт мы назвали «Шаги к успеху». Быть успешным мечтает каждый из нас. В чем же заключается успешная жизнь? Возможно, в том, чтобы заниматься любимым делом и не ограничивать себя в реализации своих возможностей. Многие считают, что самое тяжелое – это сделать первый шаг. Но на самом деле оказывается, что гораздо сложнее упорно продолжать движение. Несмотря на плохое настроение или дождливую погоду, ну, как сейчас. На пути к успеху нужно верить в себя, и все получится. Я надеюсь, что и у наших участников концерта сегодня тоже все получится. Открывает концерт выступление лауреата областных конкурсов и фестивалей Аркадия Кобзева. Подобрал, получил сам.
Выступает Кирилл Сахиркин.
концерте у нас тишина, мы только можем хлопать. Выступает Алексей Денисов. Олег, испанская мелодия. Thank you.
Thank you.
это что в переводе означает любовь. То есть то, что объединяет всех нас, собравшихся в этом зале. Любовь к искусству, любовь к музыке, любовь к тому делу, которым мы занимаемся. Джохи Саиси, Хацуку. Все пустили ручки, чтобы у нас была классическая фото такое.